Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Ага. Всем привет. Это Profane Existence. И первая песня будет «Педофилическое безумие православной церкви». Альбом, я надеюсь, все его уже послушали, и сейчас мы начинаем его презентацию. Новая песня, еще никогда ее не играли, называется «Жрущий говно Агнец Божий». Она о том, что церкви не нужны думающие люди, церкви нужны люди, которые исполняют приказы. Если ты думаешь, ты уже опасен для церкви. Побольше вокала, а то напрягаться приходится. Следующая песня — «Монашка героиновая шлюха». Она о том, что в патриархальном обществе женщины вынуждены быть секс-обслугой и домашними работницами. И это все полная хуйня, надо с этим бороться.
Следующая песня называется «Амфетамин». Она о том, что... Да, следующая песня называется «Амфетамин». Она о том, как православный поп решил подзаработать и не придумал ничего лучше, как гнать, например, кристаллический мед, которого и нашли у него в квартире около 100 килограммов вместе с лабораторией по производству наркотиков. А что свет вырубился? Ну, так им темней. Ого! Другое дело. Погнали, амфетамин. Следующая песня называется «Простить насильника». Она о том, что, в принципе, если вас изнасиловали, во-первых, возможно, вы виновата сама. Например, оделась как шлюха или была пьяная. Это стопудово сама виновата. А во-вторых, даже если вы не виноваты, вы должны простить насильника, потому что те, кто не прощают, попадают в бездну непрощения и оказываются потом в аду. Простить насильника. Следующая песня называется «Русский поп, белорусский сутенер». Она о том, как один священник съездил в Белоруссию, привез оттуда женщин, пытаясь, хотящих заработать, и устроил их работать проститутками в свой бордель. Погнали, белорусский сутенер! Thank you.
Следующая песня называется «Поп войны». Она о том, что везде, где идет война, обязательно должен быть поп, который освещает оружие, освещает гранаты, мины и отпускает на тот свет грешников. Поп войны. Песня «40 мудаков». Она о том, что если церковь сталкивается с какими-то проблемами, например, социальными протестами или еще чем-то, всегда можно вызвать нациков с футбола, чтобы они разрулили эту ситуацию, отпиздили всех. И песня посвящается движению 40 сороков. Следующая песня называется «Люби Иисуса, долбись в анал». Она о том, что религия придумывает для нас всяческие запреты, но умные люди всегда найдут, как их обходить. Например, мусульманам можно пить по вечерам, потому что ночью Аллах не видит. А христианам можно долбиться в жопу, потому что это тоже Бог не видит. Так что сегодня не увидит, долбитесь. Thank you.
Следующая песня называется «В океане святого говна». Она, в принципе, о нашей жизни, о том, как мы живем, с кучей всяких запретов и прочих хуйней, которым забивают нашу голову. И, конечно, одно из главных и первейших институтов, которые забивают, это, конечно, церковь, поэтому мы все живем в океане святого дерьма. Следующая песня называется «Православное домашнее насилие». Она о том, что церковь учит нас, что женщина дана мужчине в рабство. И если она не хочет исполнять свои рабские обязанности, то можно бить ее ремнем, палкой и прочей хуйней, которая вам подвернется под руку. Рукой лучше не бить, особенно костлявую жену, потому что руку можно повредить. Поэтому лучше берите палку или ремень. Ребята, а можете секунду? Поздравим ребята с новым выходом нового альбома. Вечером послушаем. Давайте нам послушаем. После дискотеки. Всем ребятам спасибо. Тем не менее. У ребят дебют, блядь, и вот второй альбом. Слушаем подписчики. Стачки колокольчики, прием. Следующая песня «Казино Святой Иисус». О том, как в одном из православных храмов в подвале существовало нелегальное казино, на котором мы зарабатывали очень большие деньги для служения Господу.
я смотрю, все подустали. Я нихуя не устали, давай еще. Тогда последняя песня на сегодня называется «Молись, бухай, гоняй». Она о том, что если ты служишь Господу, то ух ты, крокодильчик. То земные законы можешь не соблюдать. Можешь пьяный гонять, сбивать людей, и ничего тебе за это не будет. Молись, бухай, гоняй. Ну тогда я могу ее привануть на самом деле. Еще ебануть! Давай наверивай! Давай, ебануть и блевануть. Посмотрим, следующая песня. Тогда следующая песня — «Сутенерские часы патриарха». Она о том, что у патриарха есть магические часы бригет за 300 тысяч евро, которые могут случайно попасть в руки, если это надо. Но вообще... Патриарху идут всякие золотые бирюльки, шляпы, кресты. И поэтому это очень круто, когда наш патриарх носит часы за 30 тысяч евро. Сексуальная пропаганда будет. То есть я нашел чужой телефон, но у меня тоже проебался. Короче, чел нашел телефон и проебал телефон одновременно. Так что, может, еще у кого такая ситуация? Просто поменяетесь. Это тот же самый, на самом деле. Ну что, последнее на сегодня? Гомосексуальная пропаганда.